арендовали меню, и вы с ним прекрасно ознакомились. Я хочу еще раз услышать, куда мы летим? Пожалуйста, для вас. Мы куда летим? Что я вам задал вопрос, почему? Что за неуважение вообще? Старший бортпроводник вам все уже объяснил. Нет, я хочу, чтобы вы объяснили. Я имею право. Куда мы летим? Так как потребитель должен знать. Мы куда летим? Перестаньте меня снимать. Я имею право снимать вообще-то. Всю информацию. Это, послушайте, я закон не нарушаю. Куда мы летим? Я тоже закон не нарушаю. Мы куда летим? В какую страну мы летим? Всю необходимую информацию вам предоставил старший бортпроводник. Нет, почему? Нет, я закон не нарушаю. Вы нарушаете закон. Куда мы летим? В какую страну? Я закон не нарушаю. Что у вас в меню? Вы должны же вы меня покормить. Послушайте, что у вас в меню? Мы вас кормим, я вам предлагаю ассортимент. У нас в меню индейка с рисом по-армянски. Индейка с рисом по-армянски. По-армянски? А куда мы летим? Мы куда летим? В какую страну мы летим? Нет, объясните мне, пожалуйста. Мы куда летим? Мы в Баку летим? Нет. Мы в Баку летим. Куда мы летим? Да, мы летим в Баку. А? Да, мы летим в Баку. В Баку. Пожалуйста. А почему индейская по-армянски в Аэрофлоте в Баку? Объясните мне, пожалуйста. Где список? У меня список. Значит, Хохлов фамилия. Почему мы летим в Баку, у нас индейка по-армянски? Объясните мне, пожалуйста. Спрашивайте, вы что?